Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Сейчас мы хотим поговорить о блузе. Надень блузу и присоединяйся к нам, хорошо? А блуза, которая сегодня покорила мое сердце. Когда я ее надела, слушай, я не знаю, Танюш, как ты, я когда пошла по коридору, все прямо на меня вот так начали оглядываться, а наш переводчик Михаил вообще сказал: боже, что это за красота. Вот когда мужчина обращает внимание на вещь, это значит, она имеет успех, значит, вы имеете успех. У меня тоже такое было в магазине. Стою в очереди, женщина стоит, расстегнула курточку, и у нее внутри блузка с ришелье. Ведь этого давно уже нет в магазинах. Вот эта красота почему-то куда-то исчезла. Я на нее смотрела, смотрела. Мне, знаешь, мне уже по плечу хлопает девушка: вы собираетесь рассчитываться или нет? А я засмотрелась на блузу, что даже забыла вообще, где я нахожусь. Вот если вы хотите, чтобы, глядя на вас, люди просто столбенели от красоты, блуза Тесси – это именно то, что нам нужно. Мне даже кажется, Света, ты же найдешь этому подтверждение, правда? Знаешь, Лена, от тебя невозможно оторвать взгляда. Выглядишь очень женственно, уютно, нежно, аккуратно. Блуза Тесси – это эксклюзивное предложение от бренда Благов. Людмила Заяц шьет эксклюзивные модели для настоящих русских красавиц. И посмотри, пожалуйста, в чем эксклюзивность нашей блузы. А вот в этой вышивке ришелье, вышивка гладиус, перфорация, ажурный вышитый рисунок по низу изделия. А дальше у нас даже по спинке есть это шитье. Это эксклюзивная, тончайшая, практически ручная работа, подарит изыск твоему образу. Ну и, конечно, комфорт, дыхание. Это 70% вискозы в нашей блузе. Что нужно в самое жаркое время года? Комфорт и дыхание тела. Вам будет легко. Ну и, конечно, свободный А-силуэт. Это стройность совершенно для любой дамы с различными параметрами фигуры. Будьте стройными, чувствуйте себя комфортно и эксклюзивно. Что ж ты стоишь-то там, красавица наша? У нас есть из чего выбрать. Потому что бренд Благов дарит не только вот эту красоту, но еще и разные оттенки. Белоснежный цвет, цвет чистоты, цвет нежности. Обратите внимание на вот эти вот нежно-желтые оттенки, которые просто будоражат взгляд и сразу энергию нам добавляют. Если вы хотите нежности, обязательно возьмите, как выбирает наша Алиночка, какой-то цвет у нас очень красивый, пудровый оттенок. Забирайте прямо сейчас. Еще у нас есть мятный и серый цвет. Давайте посмотрим, да, на них, держу, а потом я вас удивлю. В руках прекрасную пастельную палитру. Вот он серый, нежный, разбеленный. И вот он мятный. Причем эти цвета очень нежные и освежат, омолодят любую даму, девушку. Посмотрите, какая нежность. Стоит ее на себя надеть, и вы тут же станете еще более романтичной. Это точно, абсолютно. Чувствуешь себя сразу по-другому. Нежность просто переполняет нашу душу. Блуза Тесси, бренд Благ. Такого еще не было. 900 рублей ваша экономия, 1499 рублей за блузу с вышивкой, которая сделает вас нежной, привлекательной, манящей, желанной, а вы будете чувствовать себя при этом комфортно. Ведь это произведение искусства. Это произведение искусства, действительно, именно такого рода кружево называется вышивка Ришелье. В честь кардинала Ришелье, который безумно любил вышивку и научил своих французских мастериц этому делу. И теперь мы с тобой видим, что вышивка гладью в сочетании с перфорацией именно то, что делает нашу блузу уникальной. Также ажурный край. Посмотри, пожалуйста, по низу. Какая эксклюзивная работа. Вот эта шелковистая вышивка гладью в сочетании с перфорацией, с флористическим принтом. Это все дает эксклюзивность изделию, нежность любой даме. А еще я хочу рассказать секрет, что у нас шитье также есть и по спинке изделия. Посмотрите, то есть мы видим спереди по нижнему краю вот такое кружево. Но и если девочки, девчонки, повернитесь, покажите произведение искусства сзади. Вот оно шитье по плечикам. Вот это кокетка, то есть вы красивая со всех сторон. Посмотрите, какое изысканное, теплое, нежнейшее, ажурное кружево, которое будет дарить вам
облику вашему прекрасную нежность и также дыхание телу. Это потрясающая красота. Во-первых, это эксклюзив. Представляете, как раньше вручную делали эту вышивку Ришелье наши бабушки. Они вышивали салфетки, воротнички. У меня у бабушки был такой воротничок расшитый. Сколько это было затрат. Сегодня бренд Благов возвращает историю. Мы возвращаемся к истокам. Вот это классика жанра, которая никогда не выйдет из моды. В любом платье, в любой блузе, всегда, как только видно эту технику Ришелье, она сразу приобретает дороговизну. Такое ощущение, что эта блуза стоит от 5000 рублей, потому что это правда вот такая ручная работа. Посмотрите, насколько это нежно. Это что-то невероятное. Во-первых, когда чувствуешь на себе ее, а сразу чувствуешь на себе восхищенные взгляды, это точно, крылья вырастают за спиной, чувствуешь себя по-особенному. А когда вы чувствуете себя по-особенному, вы знаете, что даже отношение окружающих к вам меняется. На вас смотрят восхищенными глазами, вам делают комплименты. Звоните прямо сейчас. Слушай, но не просто Ришелье, еще и ткань невероятная. Конечно, здесь сочетание и кружева, но также прекрасный состав. Посмотри, какая легкая, очень. Как она прям, знаешь, воздушная, ведь в составе вискоза. Это комфорт, дыхание вашего тела. Это полностью вот вискозная ткань, которая позволит дышать вашему телу. Отсутствие парникового эффекта, никакой аллергии, все очень комфортно, тактильно. Представляешь, ты надеваешь летом эту блузу, ой, жара, но при этом ты чувствуешь прохладу ветерка. Кстати, эта блуза прекрасно вам будет служить даже зимой, допустим, под жакет. Почему да, нет? С ней вообще не хочется расставаться, потому что настолько она комфортна, настолько приятна. Это как воздушное объятие перышек. Вот так вот ласкают твое тело, нежат его, купают в нежности. У нас остается 20 секунд про посадку. Скажи, я хочу сказать про крой. Действительно, да. Посмотрите, пожалуйста, на Таню. Я хочу показать, что в основе у нас свободный крой, а силуэт очень свободный. Это значит, что у нас полностью маскировка в зоне талии, бедер, кружево отвлекает внимание от нюансов в этой зоне, ну а в портретной части, посмотрите, вот эти красивые выточки, которые грудь делают более компактной, аккуратной, женственной, ну и, конечно, детали в виде серебристых пуговичек, это в первую очередь привлечение внимания к вашей портретной зоне, к вашим глазам, к вашей улыбке и прекрасный крой, который подойдет для любой дамы с любыми параметрами. Выбирайте блузы, которые подстраиваются под вас и в которые вы привлекаете всеобщее внимание.